работать. Махинаторы. Люди зависят от нас, Фредди. На этот раз мы немного перестарались. Но в конечном счете все решат весы. Золотой прииск Фреда Доджа. Премьера. Во вторник. На Discovery. Эти мастера. Ух ты! Обалдеть! Не покладают своих золотых рук. Мы разбираем их и делаем как надо. Только ради одной цели. Эти вещи можно использовать, и у них есть история. Я думаю, что мир станет богаче, если мы сохраним эти вещи. Вернуть к жизни эти сокровища. Ух ты! И сохранить их... Вот это да! Для будущих поколений. Какая красота! Премьера «Реставраторы». Сегодня вечером на Discovery. 1973 год. Антрополог собрал 11 человек из разных слоев общества и отправил их вверх по течению. Это путешествие стало безумием. Мы хотим это повторить. Вас отправят дрейфовать по Тихому океану. Вы будете спать вместе, есть вместе и работать вместе. Это гораздо больше, чем просто жить вместе. Нам интересно, как эти разные люди смогут договориться. Теперь я капитан. Премьера «Выжить на борту». Сегодня вечером на Discovery. Я готов, а вы? Да! Без суеты,